Завтрак проходил в столовой школы номер 65. Там шеф-повар познакомился с меню столовой, где блюда готовят по рецептам Улан-Удэнского комбината школьного питания. Завтрак с первоклассниками будут пробовать завтрак, который идет у них по меню в школьной столовой. В рамках здорового питания в школе и дома это большая программа. Также будут участвовать учащиеся старших классов 7 по 1 по 10. Детям приготовили картофельное пюре с куриной котлетой и чай. А на десерт – фрукты. Я сегодня кайфану. Пюрешка классная, со сливочным маслом, очень вкусные куриные котлетки, в которых ничего, кроме курицы, нет. И панировки чуть-чуть. Я прям говорил, что если бы у меня в детстве в школьной столовой был банан, я, наверное, бы прям учился бы в два раза дольше, потому что, кайф же, банан, На второй год не стыдно остаться. Шеф-повар приехал в столицу Бурятии не случайно. Дело в том, что городские школьники чаще всего принимают участие в конкурсах по поварскому делу. В том числе школьная столовая моей мечты. В этом проекте участвует, если не ошибаюсь, больше 250 школ со всей республики. И вот в рамках этой акции мы сейчас 13-14 апреля проводим различные мастер-классы, конкурсы среди школьных поваров. Отметим, что в рамках акции «Здоровое питание в школе и дома» 5 команд сразятся в конкурсе приготовления блюд «Первоклассный шеф». Татьяна Усольцева, Баток Гармын, новости дня.